Добрый день, меня зовут Леонид, я владелец магазина Вандерфото. В сегодняшнем видео я расскажу вам, какой полароид лучше подарить ребенку. На Новый год, на день рождения, на какой-то другой праздник, либо, может быть, это не ваш ребенок, а вы дарите какую-то семью как подарок. Что лучше выбрать? Мы рекомендуем полароиды серии Instax Mini. Почему? Потому что у них очень классный дизайн, у них очень большой модельный ряд, яркие цвета, а главное, у них самые дешевые снимки. Себестоимость одной фотографии примерно 60 рублей. За моментальную фотографию это очень-очень дешево. Мы подобрали для вас 4 классных фотоаппарата. Первый из них это Instax Mini 8. Данный фотоаппарат очень прост в использовании. Вам нужно вставить 2 пальчиковые батарейки, кассету, нажать на кнопочку, и ваш снимок выйдет. Фотоаппарат очень прост, сломать его очень сложно. Кадр всегда получится, ваш ребенок будет доволен. Тот же самый фотоаппарат, это Instax Mini 9. В чем его отличие от предыдущей модели? Это наличие селфи-зеркала. Ваш ребенок может делать селфи с друзьями, может быть, с вами. И еще в комплекте к данному фотоаппарату идет макролинза. Макролинза используется в основном для съемки близких портретов или, например, цветов. Также у нас есть 2 прикольных фотоаппарата в уникальном дизайне. Это Fujifilm Instax Hello Kitty. Отличие его от модели Instax 8.9, что он немножко побольше по длине. Но у него очень классный дизайн, он достаточно уникален, и если ваш ребенок фанатеет от кошечки Китти, я думаю, что ему очень понравится. И еще одна модель, это Instax Mini Minion. Это та же самая модель, только немножко приодета. У нее съемная одежда, то есть вот эти штанишки, и у нее есть крышечка на глазник в виде глаза миньона. Спасибо вам за обзор, надеюсь, вы определились с подарком. Всем пока!